Привет всем! Очередной день, очередной тренировочный день в 100-дневке. Сегодня у меня первый раз будет 6 кругов, поэтому, как я уже сказал, я не буду форсировать все. Я сделаю 5 подтягиваний, 10 приседаний, 10 отжиманий и 10 выпадов на каждую ногу. Просто посмотрю, как пойдет. В плане совместить тренировку по кругам и тренировку патриотов все было хорошо. Кроме того момента, что каждое видео я выпускаю на новой площадке, а это значит, что перед тренировкой патриотов мне нужно куда-то сгонять утречком и заснять круги, а потом уже ехать на тренировку, блин, и поэтому мне надо вставать еще раньше, чем обычно. Это меня немножко не обрадовало, скажем так, но тем не менее, сегодня мы здесь, в центре Москвы, рядом с метро Маяковской, на одной из, наверное, самых-самых уютных площадок в городе. Я реально сейчас, может быть, это не видно, но вечером, когда здесь приглушенный свет от фонарей, уютный, ламповый, очень-очень-очень приятно тренироваться на этой небольшой площадке. Здесь буквально три турничка, брусья, скамейка для тренировки пресса и вот эта вот штука непонятная для тренировки пресса. И это все, что нужно для того, чтобы вечером выйти во двор, позаниматься. Это здорово. Это здорово. Вот, как-то проходил мимо, заметил эту площадку, добавил ее в базу, ссылка будет в описании под видео. И сегодня я на ней тоже позанимаюсь, порадуюсь. Погнали! И мы в нескучном саду снова с патриотами, которые хомячат уже. Патриот схомячил уже банан. Непатриотичный банан. Ты должен был хомячить, лапать. Коля идет.
Идет Коля. Коля идет. Коля идет. Все видели? Да. Меня здесь нет. Еще 100-500 раз на камеру это скажем. Коля идет, Коля идет. Стегнутый тоже горячий парень, как Марк. Сань, как там пилось-то? Сань. Помнишь, спаси Коляна, чудо песня. Коля, я здесь, камон, камон. Камон, камон. Здорово. Здорово. Я с днём хай. Счастья, здоровья. Здорово, с праздничком. Да, планок подольше, успехов. Ты сегодня в лице. Окей. Тот случай, когда они намокнут, это плохо. Так на волочка. Что делаем сначала, Сань? Просто вот эти вот разные фристайловые отжимания. Просто отжимаемся. Без фристайла. Просто? Сколько? Сотку. Сотку? Да. За раз? Ну, блин, не за два же. Сотку. Сотку на рывале. Окей. Ну, если сотку, то... Второе упражнение, отжимание от пола, теперь 50. Собственно, вот ребята их и делают. Полтосик. Третий подход. 25. Эти уже не так интенсивненько идут повторения. Сделал? Да. Красава, не то что Саня. Четвертый подход, пятнашка. Господи, я что, по отдельности с каждого спрашивать буду? У меня нет такой дурости. Саня, а сколько? 15. Думаешь, мне это интересно, что ты там делаешь? 30 на брусь. Подписчикам я. Интересно. Следующее упражнение 30 раз на брусь. Просто, все, тридцаточка. Да, тридцаточка. Детки, лепь. Наверное. 10, полторашечек. Десятый выжил. Половинок ты имел в виду? Ну да, вот таких. Ну. На 10-й выжил. Ага. Шаг. Опять. Выжил. Большой шаг? Ну, здесь всего 5 шагов. Да, даже ясно. Сильно. Потом, после второго вот этого и выжил, делаешь шаг, делаешь 5 без остановки обычно. Угу. Потом шаг, опять. Угу. 10 выжил. Шаг, 10 выжил. Все. То есть 10-10, 5. 10-10. Главное выжимать. После 10. Это для детей вроде. Одно. Потом опять. Сначала 10. Да, с самого низа, как можно вниз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, ниже. 9, 10, 10. Шаг. Опять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 10. Шаг. Пятерка. Самый большой. Раз, два, три, четыре, пять. 10 турков. Давай. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вверх. Еще раз. Шажочек. Пошел. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вверх. Что, тяжело пошло? Да. Следующее. 30 раз на брусь. И все. А, начало самого низа. 10 половинчатых нырков. На 10 выжили. 15. Ушли, после 15, 10 нырочков, выжили, все. Тихо, 10 нырочков, 15 раз отжаться? Да, но без остановки. Потом опять 10 нырочков, и все. Один раз выжить, да? Да, и все. Вот это уже какой-то воркаут начинается, да, такой? Не тупая база. Есть такое. Ну, у меня, кстати, грудные чуть прогрелись вот после этого. Еще раз 30 набросил. Здесь уже провалился,
даже в эту, в нижнюю фазу зайти надо. Нормально. Не то, что вытащить такой. Рассказывай. 10 нырочков таких же. Выжил. Вон, ребят, 10 раз. Нет. Опять 10 нырков. Выжил. Все. Как папочка уже. Я как крыша со снайпером. По горам. У тебя корпус тоже сильно гуляет. Давай, еще 7. Нет. Еще 5. Нет. Я 25. 23. Что-то у них, блядь, очень много делает, ты очень быстро. Чего у тебя-то сейчас было? Эти на видосе. Раз. На видосе покажу 28. 20-30. Я посмотрю на видосе. После нырков, 10 нырков, 10 отжиманий, 10 нырков, ты делал 30. Да. И вот у тебя осталось 2 последних подхода. 10 нырков выжил, простоял 20 секунд, опять 10 нырков выжил, но это фигня. Да. И все. И сейчас я сделаю 30-ку последний, все. И пиццу пойдешь хавать. Вкусная весная пицца. На самом деле у меня желудок начинает говорить, что я сегодня не ел. Печалька. Кисти? Вот такая вот тренировка сегодня вышла. В сумме мы сделали 150 на брусьях, 200 от пола и много-много нырков. Как тебе нырки, мы, Миш? Нырки забивают очень хорошо. Забивают? Вообще круто. То есть прикольная тема. Отжиматься на брусьях — самое вообще клевое дело. Самое клевое дело. Сейчас их хомячат. Через днище Коли. Поздравляю, все сейчас хомячили. Вкусно тебе было, да? Мне было вкусно. Что-то как-то непривычно, да, потому что все минус 2. Но холодно. Да, все минус 2. Вот такие вот дела. Все, на сегодня. Увидимся завтра. Новая площадка. Новые круги. До встречи.